Дорогие друзья, решила записать еще одно видео сегодня. Вот так я рисую картины по номерам. Я заказываю холсты, на них нарисован контур с номерами, краски акриловые, кисти, все приходит в наборе, и я рисую такие картины. Вот эта картина любимая моего мужа. Он сам из деревни, он вот так вот любуется в спальне на этот пейзаж. Ему очень нравится. Он очень любит зиму. Я люблю лето, я люблю цветы, растения. Это первая моя работа. Конечно, приходилось дорабатывать, потому что контуры, они как бы есть, но когда вы вешаете картину, отходите, смотрите, вас не устраивает. Тогда вы смотрите на образец маленький. Картина размером 40 на 50, не маленькая. Вы смотрите на образец и дорисовываете. Это для тех, кто хочет рисовать, кто любит рисовать, но нигде не обучался. Вот такая, это первая моя работа. Сейчас я продолжу обзор. Продолжаю обзор картин по номерам. Это моя вторая работа. Это маки. Люблю такие картины, которые как бы продлевают пространство. Как вот здесь, вот подоконник, открыто окно, и там сад. Вот такая работа у меня, маки на подоконнике. Тоже приходилось дорабатывать, и это очень интересно. Кто никогда не рисовал, но мечтал научиться, у кого нет времени ходить куда-то обучаться, вот картина по номерам нам в помощь. Эту картину я делала в форме постера. Вот так сбоку тоже раскрашено. Тоже акриловые краски. Акриловые – это те же масляные краски, которые сохнут немножко быстрее, но также можно мыть. И вот такая красота. Это вторая моя работа. Это следующая моя работа. Не помню, уже третья или четвертая. Это лилия. Лилия в вазе с водой. Очень хотелось нарисовать графин, воду, осенние листья внизу. Картина по номерам моя, лилии. Очень интересно. Всегда приходится дорабатывать. Видимо, художники всегда недовольны. Вот и я была чем-то недовольна. Я дорабатывала. Также все могут дорабатывать. Наш обзор. Это еще одна моя работа. Вот такой. Или закат, или восход. Я думаю, что это закат, потому что вот уже горит лампа рядом с лодочкой. Мне очень нравится пространство, когда есть природа. А ночное... И еще и с закатом на воде. Это вообще красота. Дом. Сейчас немножко бликует картину, потому что свет из окна идет. Вот так вот. Вот такая картина. Хотелось насыщенную, яркую. И опять же пейзаж, но живой. С домом, со светом, с верандой. Но это мечта. Вообще мечта бы жить в таком месте. Вот такая картина. Продолжаю обзор моих работ. Картин по номерам акриловыми красками на холсте. Это холст. На подрамнике. Хотелось очень вкусную картину. Я искала долго, где бы найти. Вот нашла я такую картину. Вот такая картина получилась. Приходилось, конечно же, дорабатывать. Потому что не все прорисовывается. Согласно номерам, вы рисуете. Тут очень мелкие работы, конечно же. Очень мелкие детали. Но вы когда смотрите, отходите, вас не устраивает, и вы дорабатываете. И это очень интересно. Вот такая работа у меня висит на кухне. Очень вкусная, радостная работа. На этом я завершу свой обзор, потому что несколько работ я подарила. Подарила маме очень интересную картину. Мама у меня любитель яблок. Я ей подарила корзину с яблоками, с ягодами,
чтобы она круглый год смотрела на яблоки, хотя она их и так ест круглый год. Вот одну картину подарила дочери, там озеро, два лебедя и четыре маленьких лебеденка плавают. Вот такая работа. Еще. Сейчас у меня есть в процессе работы. Сейчас попробую показать вам. Вы поймете, что такое картина по номерам. Вот эта работа у меня в процессе. Купила первый раз уже на подрамнике. Обычно я заказываю на AliExpress без подрамника. Подрамник мы делаем сами. Это выходит очень дешево. Покупаешь реечки, натягиваешь очень хорошо. Натягиваю я уже работу готовую. Она у меня стоит на самодельном мольберте и рисую. Вот получится такая работа. Опять же, я говорю, я люблю, когда расширяется пространство, окно, пионы. Сейчас я вам покажу, как у меня идет процесс. Вот так у меня идет процесс этой картины. Пионы на окне с видом из окна. Так идут номера. Когда вы все разрисовываете, конечно же, эти все номера, схемы делаются компьютерно. Вот видно, что это холст. Это холст, льняной холст с нанесенными белилами, грунтовкой. И на нем вот так. Кисти мои. Здесь и в наборе под краски по номерам. Здесь и набор, и кисти, которые я заказывала дополнительно. Естественно, кистей не хватает. Мне очень это нравится. Если нравится вам, то, возможно, вас это тоже заинтересует. Работа будет готова, я сделаю еще раз обзор. Вот так у меня происходит работа. Картину, возможно, я подарю, возможно, оставлю себе. Спасибо большое, что зашли ко мне в гости. Хорошей вам осени, хорошего настроения и много радостных увлечений. Всего доброго, до свидания.